Значит, сейчас будет последний номер, это будет премьера. Настоящий коллективный плод костоправдовской фантазии. Все началось с известной дискуссии в одной социальной сети, в которой обсуждалась возможность интимных связей между представителями разных поколений. Сначала Андрей Полонский написал свою стихотворную версию, несколько дидактическую и такую настойчивую. То есть он там свои мысли повторял по три раза подряд в строфе. Я подумал, что это для вещей убедительности, а вот Дима Григорьев решил, что это блюз. Вот, поэтому пришлось сделать блюз. Я тоже, кстати, не включал на громкую связь. Так, Крис, давай. Летних девиц.
Спасибо. Артем Рябов, Борис Долматов, группа «Факт». Представляем 19 лет.